Итак, первым делом наношу увлажняющий крем на лицо, хорошенько распределяя. Затем наношу свой любимый тинт. Он подходит отлично для сухой кожи. Тинт от NARS наношу на зону щек и носа. Создает блюр эффект и не утяжеляет лицо. После распределения наношу консилеры. У меня это два от NARS, кремовая текстура, и от ZSM более точечно. От NARS хорошо скрывает синячки под глазами, наношу более темный и более светлый оттенок, немного, не перегружая сильно. Они хорошо впечатываются и не создают прямо такого плотно-бетонного эффекта на лице, что часто тоже бывает. Распределяя, наношу консилер точечно от SIAM уже. Он уже такой более плотный по текстуре и имеет более желтоватый оттенок, но тоже, опять же, использую его более точечно для каких-то покраснений в основном. А тушь для бровей от L'Oréal содержит большое количество микрофибры, ее очень хорошо наносить, чтобы приподнимать волоски, бровь смотрится более объемная, гораздо объемнее. Так, подводку я использую практически каждый день, но в разной степени интенсивности. Смотрится она и держится хорошо, дублируется вместе с тенями от Kiko в стике. Они имеют легкий такой сияющий эффект за счет блесток. Держится в течение дня очень хорошо и растушевываются очень хорошо и просто тоже. Создают такой дополнительный дымчатый эффект, скажем так. По крайней мере, мне нравится. Коричневый цвет тоже я люблю. Растушевываю складку века серыми или нейтрально-коричневым оттенком. У меня от Bellore Design стик многофункциональный, он мне очень нравится. И прокрашиваю ресницы. У меня сейчас нравится тушь от L'Oréal, я ее показывала в последнем видео. Она делает хорошие длинные пышные ресницы. Для щечек использую кремовый румян в таком относительно нейтральном оттенке. И очень быстро и хорошо они растушевываются, держатся в течение дня, не забивают, опять же, кожу сильно. Естественное такое свечение дают на лице. В общем, достаточно такой естественный хороший оттеночек. Мне очень нравится. Главное, что он по приемлемой цене, а качество очень хорошего. Для губ я использую свой любимый карандаш от NYX Трюфель. Делаю разные комбо с ним. Например, комбо с карандашом помадой от Kiko в 01 оттенке. Получается такой теплый макияж губ. Достаточно многим подходит, на мой взгляд. Либо комбо с помадой коричневой от Gauche. Она более такого шоколадного оттенка и на осень очень красиво. Она долго держится на губах и у нее достаточно хороший цвет, такой приятный. Ну и самое базовое сочетание — это масло для губ от ZSM и тот же самый карандаш. Либо карандаш NYX Beige, Nude Beige.